Sound tracker prêt pour le lancement. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris. Бонжур! Идея поехать во Францию появилась из желания увидеть Мон Сен-Мишель и побывать в мечеть детства в Диснейленде. Об этой авантюре я бы и хотел рассказать. Кстати, авантюра – французское слово, означающее приключение, без негативного оттенка, как в русском языке. Наш маршрут начался с Парижа, в котором мы провели 4 дня. С первого дня поездки было решено, что пользоваться общественным транспортом, а уж тем более такси, – моветон. И осматривать город будем пешком.
le bal est bien se terminé. L'estral a joué le dernier morceau. Le bal est bien se terminé. L'estral a joué le dernier morceau. Le bal люди неудачно посетили Лувр, попали в него бесплатно и переждали единственную эту поездку дождь. Главный музей Парижа нам понравился. Да, очередь пришлось выстоять, но заняло это минут 40 и определенно того стоило. Впечатление произвели неизвестные всем шедевры «Мона Лиза под пуленепробиваемым стеклом» и «Венера Милосская», а древнегреческая богиня Ника, шарм которой придает ее поза, крылья и место остановки музея. Еще понравилось завтракать круассанами с апельсиновым соком, а ужинать местным вином и сыром, ассортимент которого удивляет. Сыра здесь очень много. Лично нам понравился козий и канте, а вот популярный рокфор впечатления не произвел. Зашли в собор Парижской Богоматери и поднялись на башню к горгульям в гости, что советуем сделать и вам. Какой-какой матери? Парижской. Богоматери. Понравился Монмартр. Это идеальное место для прогулок и посиделок в кафе, у которых на веранде над каждым столиком висят обогреватели. Шикарная идея. Вечером здесь звучит уличная музыка, народ сидит на ступеньках под Сакрекер и любуется закатом. Зашли в самый известный книжный магазин в городе, а может и во всей Франции. Понравилось обилие зарядок для электромобилей, дефибрилляторы на улице, ставите приложение Staying Alive и в экстренном случае находите такой ящичек на карте и, возможно, спасаете кому-то жизнь. Безусловно, понравился символ Парижа. Владимир Путин, да. Прошли мимо русского духовно-культурного центра. Моста Бир-Хакейм, тот самый из фильма «Начало».
Посаду променаду Планте. Это 4,5 километра красивого парка на Виадуке, по которому долгое время ходили поезда. Заглянули на мост Александра III. Посмотрели на игру байк-пола. Съели и остались довольны луковым супом. Съели и остались недовольны улитками. Не прошли мимо центра Жоржа Помпиду. Музей оставил неоднозначное впечатление, что свойственно работам современного искусства. Но внимание он определенно стоит. На четвертый день спустились в метро и уехали в Диснейленд. Я мог бы хвалить этот парк аттракционов не один час. Но поверьте, лучше посетите его самостоятельно. Будете во Франции, не упустите такой шанс. Место понравится и детям, и взрослым, особенно если у вас вызывает трепет эта заставка. На следующий день проверили местные железные дороги трехчасовым переездом до Сен-Мало, город в регионе Бретань на берегу Ла-Манша. Здесь устрицы и кальвадос. Не оценили ни то, ни то. Хотя говорят, что устрицы тяжело полюбить с первого раза. Погуляли по крепости и берегу, полюбовались Ла-Маншем. Настя собрала ракушки на память и уехали в Монт-Сен-Мишель. Остров-крепость в соседнем регионе Нормандия. Давай на автобус, уже 8:30. Здесь застали двойную радугу, выпили местный сидр, попробовали крепы. Они оказались идентичны нашим блинам, и интерес к ним сразу пропал. Провели ночь в средневековом замке, и утром уехали в ближайшую деревушку Пантерсон, где нас ждал найденный с помощью сервиса Баблакар автомобиль. А шофером был добродушный француз, 70 лет, который отвез нас в Этретто, город на побережье Ла-Манша, известный благодаря живописным отвесным скалам с природными арками. Настя, как дела?
Настя решила, что не камильфо не помочить ноги в Ла-Манше. А потом и я последовал ее примеру. Насладились видами, переночевали и уехали обратно в Париж, откуда на следующий день вылетели в Москву с 10-часовой остановкой в Амстердаме, в котором прокатились на Тесле, поплавали по каналам, съели хот-дог с селедкой, кстати, оказался вкусным, купили голландский сыр с чили, тоже оказался вкусным, погуляли по зоопарку, взрулили еще куда-то и довольно улетели домой.